был у нас такой черныш, а теперь беляшек. Mercedes-Benz Sprinter, 190 сил, 3 литра, АТ-шная резина, полный привод, блокировочки. Тут, в общем, поворотные сидушки, кожа, рожа, автомат, конечно же. Здесь кухня, мойка, значит, газовая плита, мойка, холодос с морозилкой. Здесь шикарная кровать вот с такой вот классной поддержкой. Матрас положили и спим. Много всяких ящиков, полок для личных вещей. Тут, в общем, убирается поддон, делается душ. Здесь туалет. Здесь, пожалуйста, вам и умывальничек, и лейка, все в одном. Помылся, полотенце повесил, сушиться. И, конечно же, главная тема – это гостиная на четверых и второй этаж, где могут спать еще двое человек. Кайфовать, любоваться, дышать свежим воздухом. Вот такая тема.